В общем, купил я. Ой, не с той стороны. Купил я табаку. Семена табака. Сейчас попробуем их. Табак Amber Leaf 1500. Пачок, конечно, очень мелкий. Ну вот, я тут землицы уже заготовил. Сейчас попробуем сажать. Оставим потом. Может, с первого раза не получится. Оставим потом. Так. О, еще Даша пришла. Даша, что ты, что-то помогать мне будешь? Молодец. Так, ну что. Вроде бы все. Теперь надо чуть-чуть водичкой полить их. Попробовать. Чуть-чуть. Даша. И тише. Ой, боже мой. Так, товарищи, давайте мы теперь закроем пленочкой, потому что вы можете что-нибудь повредить. Вот. Закроем пленочкой. Так, Дашенька, отойди. Сегодня 10 марта. 10 марта. Посмотрим, что будет. Пусть будет так. Пусть будет так. 10 марта. Да. Ну все. Будем ждать. Солнечная сторона здесь. Табак на eBay купил. Сегодня 24 марта 2021 года. Прошло почти 2 недели. Мой табачок дал всходы. Ну что, будем ждать дальше. Потом высаживать уже в гардене. Этот парник достанем. Гринхаус. Все будет хорошо. Я надеюсь. Ну вот наш табачок. Сегодня 11 апреля 2021 года. Вот наш табачок какой. Уже надо попробовать рассадить его. Это первый раз буду делать. Посмотрим, что получится. Ах, завтра папа открывает. Борис Джонсон сказал. Так, где мои очки? Так. Первый раз такое делаю в жизни. Так что не знаю, что будет. Поставлю опять на окно. Пусть растет. Ну вот. Как-то так посмотрим, что будет. Не мастер я в этих делах. А вот такой вот табаку. 11 апреля. Ну вот, 22 апреля. Табачок уже вот какой подрос. Во. Просто прелесть. Попробуем его пересадить. Просто свободы им дам побольше. Вырастут, то вырастут. Мне тут 4 куста хватит для пробы. Потому что их очень много здесь. Ну что? И что мне с остальными делать? Оставить пусть здесь пока. Земли доложить. Вот такая вот фигня. Сейчас водичку еще польем. На всякий случай. Что-то поставим опять на подоконник. На окно что-то оставим в парнике.
Даша, что там, дырка осталась одна? Так, ну что, вот у нас позвоночек. Поставим сюда. На. Поставим эти в парнике. Еще перец. Не задел. Горький, сладкий. Помидоры. Тоже разрослись. А куда их столько? По одному попробовал посадить. Уже будет все нормально. Это Ирина траву какую-то ломает свою. Типа цветы. Это желтенькие. Да. Ну хорошо. Осень тоже приходит незаметно. В сентябре голоса. И тоже в сентябре хорошо. Сентябрь в Англии еще теплый. Надеемся. Ну, думаю, будет теплый. Так, ну что? Ну вот так, 22 апреля. Погодка хорошая. Поют. Даша, что ты там, Даша, делаешь? Ой, птица полетела. Даша, куда побежала? Что там интересного? То. Что ты рассказать хочешь? Ну ладно, будем ждать следующего. Ну вот, сегодня 17 мая 2021 года. Вот такой табак уже выпер в парничке. Надо рассаживать большие горшки. Помидоры также вылезли хорошие уже. Вот. Перец. Вот еще помидоры. В общем, перец. Тут попробовали посадить грунт. Табак. Несколько дней назад. Но его слизняки едят. Ели так в первые же дни, что мало что остается от него. Особенно вот здесь все засранцы съели. Ну, посмотрим. Так, на некоторых еще ничего, нормально в грунте. Но слабо растет. Сыроватая, холодная погода. Это английская. Ну, вот на этом месте больше солнышко бывает. Не так еще слизняки его увидели. Надо будет здесь в горшке оставить. Может, что-то будет. Вот такие эксперименты. Значит, напомню, 17 мая. Ну вот, 22 июля 2021 года. У меня уже табак цветет. Табак. Так цветет табак. С помидорчики заодно. В этом году помидорчики поздно созревают, потому что в Англии май был холодный. Такое что же есть маленькие. Ну а табачок такой вот вырастает. Не знаю, что получится. Будем дальше экспериментировать. Сегодня 19 августа 2021 года. Табак вот уже такой, я не знаю, что он тут желтеет. Может, уже пора собирать, рвать листья, сушить. Вот почему-то там около забора еще даже не расцвел. Но посочнее листья, кажется. Вот такие дела. Помидоры тоже уже красные были. Вообще для Англии это нормально. А для нормального света это поздно уже, помидоры так созревают. Уже давно должны созреть где-нибудь в Латвии. Давно бы созрели. Ну, вот такие дела. Цветочки такие. Вот, не знаю.
Надо будет сорвать и сушить. Обрезал некоторые листья с табака. Завязал как веники. Повешу сушить. Посмотрим, что будет дальше. Ну вот, 3 ноября 2021 года. У меня тут еще табак цветет. Некоторые я уже собрал, сушил. Тот, который был в вазонах, он что-то уже все сдох. То, что мог, то засушил. А этот еще цветет. Некоторые даже еще не расцвел. Ну, не знаю, что делать. Срывать с него листья, не срывать. Ну вот, 2 декабря 2021 года. Уже заморозки начались в Англии. А табак вот как растет. Ну, надо будет срезать уже все. Лето кончилось в Англии. Ну вот, связал 2 веника. Пойду вешать. Там уже некоторые у меня сушатся. Ну вот, повесил сушить. А тут у меня до этого висел, сох. Вот. Так что не знаю, что получится. Продолжение будет дальше.